Добрый вечерок. Вот она и серединка лета на берегу Азовского моря, теплого и очень родного и близкого многим. Красивое, яркое, искристое в лучах вечернего солнышка, прогретое за день бархатистой волной, накатывается на золотой песчаный берег. А бережок волну ждет. За день солнышко накалило до красна его песочек. И бережок мечтает к вечеру умыться прохладной водичкой. Жаркий-жаркий июль. Пора арбузов и золотистого пшеничного колоска. Хлебушек созрел у моря, надышался морским воздушком, налился ярким солнышком. И, конечно, созрел срок. Вот он, красавец, стоит себе, мужественно выдержал все бури, ветра, грозы. Огромные машины усердно и старательно убирают его, чтобы вовремя хлебушек попал к нашему столу. Пшеничное поле нежно-нежно волнуется под теплым ветерком, настоящее хлебное море. Кораблики-комбайны плавно-плавно идут по фарватеру. Пшеничное море и море водички. Очень красиво. И это сегодня. А завтра уже будет все по-другому. Поменяется картинка. Потихонечку, потихонечку лето шагает ближе и ближе к осени, к бархатному сезону, к сентябрю месяцу. Вот так и проходит лето. Сожалеет, жалеет о том, что не согрела и не порадовала своим нежным теплом всех желающих. Непростое время. Оно и у моря тревожное. Искренне надеемся, что все будет хорошо. А вечернее море очень нежное, домашнее, уютное и теплое. Вот таким его увидел сегодня, 16 июля 2022 года. Мирных и спокойных всем вечеров и дней без тревог. Приятных встреч в родных и близких сердцу местах. До встречи. С половинки лета, автотакт.